Всем привет, друзья! С вами снова Дэнни, и мы продолжаем играть в игру Walking Dead. На этот раз эпизод уже третий. Разгромили мы ферму братьев Сент-Джонов, так как они кушали людей, ну и свалили оттуда в неизвестном направлении. Наткнулись на машину. Мы с Клементиной не стали ничего брать, а остальные понабрали. Ну и давайте будем смотреть, что будет дальше. Наверное, сейчас нам будут показывать, что было в прошлой серии. Нет? Ну ладно. Ходячие мертвецы. Зомби? Вестник Мейкона. О, Кенни, Ли. Вы в Мейконе опять? Партизаны. Долгий путь. Похоже, вы куда-то собираетесь. Возможно. Maybe. They tend to take us by surprise. Yeah, well, the less I see, the happier I am. Вы уже помирились, да? Кинни взял и убил Ларри, оцелили в прошлой серии. Козел. Интересно, сколько времени прошло? Что вы ищете в Мейконе? Припасы? Что там? You made up your mind yet? Рана побаливает, да? About what? When it comes to the getting the hell out of Macon, I bet you're in the let's stay put camp, considering I've been pushing everyone to leave. Ну, вообще, мы должны уехать, но мы можем разделиться. Maybe we split up then. So you stay with Lily then? And Carly'll stick with your ass because you saved her that one time. And I get who, Ben? That gangly shit for brains? Split up. Блин, разделиться, Кенни. Я имел в виду, что я с тобой поеду. Пускай они остаются. Okay. Нифига себе. Вертуха. Over the rig, into the pharmacy and scrape together whatever supplies are left. Ты залезть-то сможешь, раненый. Hey, we're out of options. Something's better than nothing. Может, стоило мне залезть? А тебе на стрёме постоять? Shit. Отлично. Okay? The ladder's come loose. I'm not sure how many more trips she's got in her. По-моему, уже не одной. More trips we've got in us. No kidding. Мне вот интересно. Ты же вроде осенью бродил, а ходишь в рубашке. Или уже лето наступило? Или это продолжение осени? Ага, здесь можно залезть. No safe way through that mess. Через хлам, понятно, не залезешь. Это же та аптека, да? Родителей. Что за вертушка? Военная? Милитари? So much for the military. Да. Милитари. Как он сказал. Надпись. Ну давай, поностальгируем ли о твоих родителях, о брате. Но сюда не вариант уже лезть. Я так думаю, надо залезть через машину, через ту. Но я хочу осмотреться. Бетон сверху упал. Так, это лебедка у нас. Подожди. Туда ты можешь пройти? Что-нибудь здесь, может? Мусор. Что ты хмыкаешь? Это все, что ты можешь сказать? Продуктовая корзина. Раньше ты оставлял больше комментариев, Ли. Все, что ты можешь сказать. Ну-ка, давай потолкнем. Мне кажется, она уже больше не на ходу. Точнее, он. Это же джип. Что это за ерунда? Это лебедка? Ладно, давай посмотрим. Ну да, после того, как ты убил ее отца. Да, ты убил ее отца. You murdered her dad. I did what I had to, and you know it.
Да ни хрена. Ты мог бы этого не делать. Но что, мог бы и сам прицепить? Тут больше некуда цеплять. Зачем только? Если ты можешь залезть по машине. Ну, давай полазим везде, где можем. Лестница. Можешь ли ты по ней залезть, Ли? Предсказуемо, но... Отлично. Looks like she's had it. What now? I'll find another way up. Better get a move on. Я так полагаю, вы уже перебили всех ходячих в окрестностях. Уже больше неоткуда появляться. Kenny, ну-ка, Ли. Can't reach. Да ты чё, сам подтянуться не можешь? All right, stay put. О, какие вы, ребята, хиленькие в этом мире. Да, это кнопка. Лебёдки. Колесо. It's completely flat. Непонятно, как минимум 3 месяца прошло. Girl still upset with me for taking stuff out of that car last week? Да. Я тоже. Я не спрашивал. I haven't asked. You even talk to that girl anymore? Конечно, говорю. Кенни. Ты единственный человек, которому я доверяю в этом мире. Я про Клементину. Может, там что-то появилось? Ничего. Ну что? Полезли наверх смотреть, что осталось в аптеке. Duck was asking about that guy at Herschel's farm last night. Really? Что переживает? Sure it fazed him. Of course it did. Он это перерастет. He'll get over it. Herschel's son is one of how many now? We've all seen a lot worse. That's a fucking thing to say. Talking about my kid here. Слышь, Кенни, ты был моим другом первых 2 эпизода. Ты делал логичные вещи и, в принципе, разговаривал правильно. И решения принимал правильные. Но теперь ты, после убийства отца Лили, Ларри, да и после того, как ты бегал как бешеный по этой ферме, я как-то придерживаться тебя больше не буду. Оп. Прекрасно, блин, Кенни, ты... Придурок. Ты если не мог, ты мог бы залезть потом. Это в порядке. You okay? No, Dick, I'm shocked. Get off here. О. Кто там опять? Ты откуда здесь? Живая. Somebody help me! Ну все, прилетели. Да не ори ты, дура. Да не ходячие это. Блин, беги. А, мы должны помочь ей. Все, не, без вариантов. We leave her alive, and she draws them all to her, buying us time. Think about it. We're always worrying about the ones we can't see. She stays alive and brings them all out of their holes. Блин. Опять выбор. Ну, в принципе, мне пофигу. Не буду я ее убивать. Все равно она не жилец. Привлекать внимание, это не классно. Но выставили они не так, как будто я заставил ее умирать одну с криками. Да. Чувствую себя подонком. Но зато мы остались вдвоем, живы. Что ты так долго кричишь-то? Так вот офигище. О,
пилот. Блин, она теперь кричать будет все это время, да? Don't forget underneath the counter this time. I'll clear down here and then we gotta go. Давай, Кен. Быстро разберемся. Что это? Таблетки? Пофигу, подойдут любые. Три вещи, четыре вещи, пять вещей. Запасы, запасы. Давай следующую. Ого, сколько тут всего. Кенни, ты чё там? She's gone. There's not much time now. Да чё мало? Куда не слышит о нас? Эй, я ж туда нажал. Ты. Придурок. Бери всё. Бегом. Ли быстрей. Самая быстрая рука на Диком Западе, Ли. Давай. Прилавком. Он сказал за прилавок, так что хватаем все, что здесь есть. Батончики. О, не успеваем. Успел. Последнюю, 20-ю. О, там сзади друг. Окей. Воу. Давай, Ли. Держись. Кинни. Ты хочешь мне помочь? В смысле? Окей. Два-два. Я держусь. Давай, Ли. Ага, надо было быстрее нажимать. Ли, держись. Кенни, ты не хочешь мне помочь? О, блин, ну ты мудак, а. Давай быстрее, Кенни. Я сам справился. А все, короче, ты. Ты затупок. Тебя поддерживать я не буду. Погнали быстрей. Воу. Пилот. Давай. Блин, как попасть не могу. Ничего, ты живучий. Убей его. Может, ты уже выстрелишь, Ли? Ай, блин, вечно ты бороться любишь. Давай. Вот ты молодец. Все, теперь можешь валить отсюда, Ли. Да не стой ты к столбом. Что, насмотрелся? Привлек внимание. Ах ты козел, Кенни. Нет, все, Кенни, ты... Ты не оправдываешь себя. Нифига себе. Стрел сколько. Следы от пуль. Как-то вы спокойно идете. С кем ты там болтаешь? You're back. Ben found some stickers in a drawer, and I put them on my walkie. Hey, sweet pea. That's neat. I'll find you in a minute. О, мы наконец-то сможем попасть внутрь мотеля. Лили? Looks like we got the kid on watch again. What'd you get? We might as well leave a sign out that says the men are gone and come and rape our women and children. Ha. Кенни, ты мудак. So, нельзя так разговаривать с девушкой, у которой ты убил отца. Много всего. We're fine, by the way. Nice work. This will keep us going. If we carry on like this, we'll get through the winter here. The winter? Да не протянем мы здесь. Freeze our asses off here. Because piling into an RV with you after what you did to my dad is so appealing. Why wouldn't it be? Да ладно, you know I'll do what it takes to keep everyone safe. We're already safe. А я выкручусь, поступим так, как лучше для детей. It's not graffiti. Those are bullet holes. And we got enough arrow shafts sticking out of it to dry our laundry. We do whatever is best for the kids. Doesn't that make sense? It's suicide out there. We'll die in here. Мы здесь умрем. You could see someone sleeping and kill one of us. At it again, are we? Can it, Carly? Don't boss people around. I'm sorry. Somebody needs to make executive decisions for the group. Заткнитесь. Вы уже заколебали оба. Everything can't come down to the same disagreement. Lily's concerns are valid, you know.
Of course you think they are. God damn it, I'm not on anyone's side, Kenny. This is about everyone. What about the food situation? What about protection? What about when this place falls? Somebody's got to be thinking about this shit. How has this not been working? We have everything we need. Because of me, Lily. No, because Lee knows how to take care of people, not just things. We deal with shit as it comes, just like we always do. And when 15 bandits hop over that wall in the middle of the night? Да блин, я тоже хочу уехать. Где этот вариант ответа? Everything that happens to us is another excuse for you to pull this crap about leaving. All I want is a week of peace, of not hearing it. Do you know how we got these supplies? Your pal and I got lucky and let a girl get eaten out there. Ну зачем ты это рассказываешь? Some girl came screaming out of an alley. She had dead hanging all over her. She gave us enough time to get everything we could out of the drugstore. And you just let her suffer like what? Like bait? Это была ошибка. God, what is happening? It was a mistake. We got our supplies, but we should have tried to save her or put her out of her misery. Ну, спасти я её хотел. With you, so some options were off the table. You should be thanking Lee for not shooting that girl. It's not so easy for him. Look, Macon and its people aren't savable. It's not a town. It's full of walkers, and the people who were left are dying and wandering out onto the streets. It's hell on earth, and it's coming this way. It's not going to be easier out on the road! How would you know? What I know? I know you're not above murder. I know somebody has been stealing our supplies. That's right, stealing! And I know the list of people I can trust here gets smaller every day! Now everybody get out! Кто же крадет припасы? Кто-то из нас крысит? Она успокоится. She'll get over it. She's riling everybody up otherwise. You understand, Ken. All I know is, whenever this shit happens, I'm the fucking bad guy. I'd like a thank you for once. For once! Да спасибо, Кенни. Ну ты, блин, мудак. Ты ведешь себя как мудак в последнее время. Начиная с фермы Сент-Джонов. You're coming to a head. You could say that. Well, I think you did good today. And I find myself thinking that most days. Спасибо, Карли. Ты вечно шмотки меняешь. Probably worth following up with Lily about what she was saying about missing supplies. With her wound up the way she is, I don't want to see her paranoid. No question. And I'd like to talk when you've got a minute. Мне показалось, или ты погладила Ли по щеке? Ясно. Ну ладно, будем разбираться. Ли, походу у тебя появилась подружка. Надо со всеми поболтать. А куда музыка делась? Совсем уж тихо. Где Клементина? Рисуночки везде. Блин, нет, валить отсюда надо. Это по-любому. Делать тут нечего, это точно. Надо Лили убедить в этом. Sounds like Kenny actually has that thing running. I believe it when I see it. Ну и Кенни надо перестать быть мудаком и вести себя корректней. Бен, ты как там? Hey, Ben. What's up, Lee? What's up, what's up? Ты тоже натерпелся, я смотрю. Дофига всего с нами. Видел что-нибудь странное? Have you seen anything weird on watch? Is there anybody out there up to anything? Nope. Really quiet. Really? Хорошо. Yeah, totally. Which is good. Когда-нибудь был в Мейконе? Ever come down here to Macon much? I didn't have much reason to. My parents would let me take the car into the city on the weekend. But what's in Macon? It's kind of a waste of time compared to Atlanta. I grew up in Macon. Oh, I didn't mean to say it's crappy or anything. Да, я тебя понял. Молодежь всегда тянет. Super nice. I mean, not now, but I bet it was. Is... Да ладно, ладно, не отмазывайся. Я пошутил. Что ты думаешь о Лили? What do you think about Lily? She scares the crap out of me. That's a reasonable thing to feel. I'm just worried she's going to snap. Talk to you later, Ben. Bye. Давай, Бен. Ну, почему-то мне не кажется, что ты мог бы красть еду, если это кто-то из наших... А не из бандитов? Карли. Так, Катя.
С Кином. Где малой? Так, он с Клементиной? Не видно отсюда. Давай осмотримся. Ворота. Просто посмотрел. Блин. Ли, ты стал немногословным. Давайте поговорим. Я не знаю, о чем. How are you doing? We're okay. Just having a little spat. We all carry guns now, and I don't like it. It's the way it's gotta be. I know, but I'm not getting used to it. I'm sorry. Придется, how are Катя. You, Lee? Вы, ребята, всем доверяете? You guys, trust everyone here? More or less. I obviously have my problems with Lily, but I don't distrust her. Yeah, we can't turn on each other any more than we have. Угу. Вам нужно подружиться с Лили. You need to try harder with Lily. You guys gotta Мне кажется, Катя-то с ней не спорит особо. We can get it, given all that's happened. Это больше Кенни тупит. So what then? Time will come, we'll have to do what's best for our families. And that's what we'll do. Ты только о семье думаешь. Кенни, нас тут группа. Не только твоя семья. Давай поговорим насчет пистолетов. About the guns. Don't you start. Что? Я хочу поддержать. I just wanted to say, Kat, it's probably good they make you uncomfortable. Thank you, Lee. But we need them. There's no doubt about that. Вот, это я хотел сказать. Насчет Кенни с Катей. Ну, Кенни вроде честный парень всегда был. Не знаю, может ли он обманывать. Хотя ради своей семьи он может таскать еду. Кто знает. Не знаю пока. Не буду предполагать. Карли, с тобой мы поболтаем чуть позже. Где Дак? Не вижу Дака. Ладно, Клементин. Привет. Hey, Clementine. Hey, Lee. Что делаешь? What's that you're working on, Clem? It's called a leaf rubbing. My teacher, Miss Moore, showed us how to do them when we went to the botanical garden once. А мне покажешь? See, it's the same. Kind of. Now that's really something. I'll make one for you too. Давай. Тебе здесь нравится? Do you like it here? I don't like it here. Do you want to leave? Where are we going? Somewhere else. I don't know. Maybe if I knew where? Yeah. That'd be a good thing to know. I'll talk to you later, Clem. Okay. То есть ты не против уехать? How's the drawing? Кстати, понял. Good. Так, поговорить с Карли? Да, давай поговорим с Карли сначала. А потом уже с Лили. Talk to Lily yet? Нет. No, not yet. I will. What I wanted to say was, I've been thinking a lot about you. Вот это поворот. О чем именно? What about? You're a convicted killer. Carly, Jesus. And I think people should know. Not because they deserve to, and not because you're a bad man. I think the opposite of those да, two things. Да, я хотел об этом поговорить с ними давно, очень давно. People need to know because we're hanging by a thread here, and I can't see Lily talk about you without thinking it's the next thing she's going to say. You don't have to tell everyone, but think about who you trust and take the opportunity while you have it. Хорошо. Да, наверное, ты права. Of course I'm probably right. People might be pissed. And telling them might cause some trouble, but it will be a far cry from what'll happen if they don't hear it from you. Yeah. Да, ты права. So you'll do it then? Да. Я расскажу людям. А я думал, ты подкатываешь, Кли. I'll let people know. You're totally right. Good. I think it's for the best. Ну все. Опа! You'll thank me later. Ну все, ты попался, Ли. Now, is there anything else you want to talk about? А еще ли Ли к тебе неровно дышит? Ну что, Ли, тебе, походу, придется выбирать. Так, о чем с тобой можно поговорить? Ты чувствуешь себя здесь в безопасности? Do you feel safe here? Show me a bath with a heated floor and a high-rise apartment and hand me a full-bodied Malbec and then I'll feel safe. I don't know, this place is fine, but... We all know that that could change at any second. Но ты готова уехать с нами?
Думаешь, люди готовы услышать обо мне? It's not a matter of ready or not. There's never going to be a good time, but there are going to be a lot of bad ones. Right now doesn't seem like one of them. But everyone's чисто different. Логично, я... Who knows how each person would take it, согласен, you know? С тобой. Maybe it's я об этом давно думал. Надо рассказать. Надо. Что ты думаешь о Лили? You, have any thoughts about Lily? I worry about her. That's about it. She keeps trying to run things, but it's just not working. I'm gonna look into this thing. Good idea. К расследованию? Что ж, пойдем расскажем всем. Клементина, мне нужно тебе кое-что сказать. Клем, I need to talk to you for a second. Оки-доки. Оки-доки. Ты должна знать, я уже раньше убивал. Before I met you and before the plague, ты куда промешли? I killed somebody. Oh, so that's what... Yeah, that's it. It was a bad thing, and there's no explaining it. Why are you telling me? Because I didn't want to keep it to myself anymore. Do you have any questions? You can go on back to your things. Блин. Клементина понимает, что вы сделали. Ну, надеюсь, она понимает. How's the drawing? Good. Что ж, будем думать, что она поняла и приняла. Я об этом больше всего переживаю. Вам, ребята, тоже надо рассказать. Но сначала надо поговорить с Лили. Я думаю. It's Lily's room. Номер Лили? Там даже номера нету. Лили, нам надо поговорить. Что с тобой? I'm sorry. За что? You don't have to apologize. Did you come in here to give me hell or to coddle me? Нет. Тебе надо успокоиться. You have to chill out. I know. I'm trying. I feel like a crazy person. Да ты не сумасшедшая. Can I do anything for you? Yes, I need help. На твоих глазах умер отец. Somebody, one of us out there. He or she or they have been taking things. Правда? Что у тебя есть против Фора? Who? What do you got? Yes, for real. And I don't have shit. I just know. Lily. Откуда ты знаешь? Hands off, and it's the good stuff. Antibiotics, oxy, fuck, anything with opium in it. I see the count, and it's fine. I keep my own. That one's getting messed with. I'm a fucking mess right now, but I'm not stupid. I know what happens if I start a witch hunt. So you want me to start one? I want you to poke around. Так, Лили. What's there to go on? I found this tossed into the garbage. Huh. We don't toss out equipment, we fix it. You'd only try to get rid of a flashlight if you were using it when you shouldn't. Хорошо. Okay. I'll poke around a little bit. Thank you. Я поддержу тебя в этом, чтобы ты уж совсем с ума не сошла. A mystery. О, Дак. I'm sorry. I heard you guys talking. You need to unhear all of that. Can I help? What did I just say? You're the Grace Detective, and I could be Dick Grayson, your ward. That's Robin. I know who it is. Блин. Ладно, ты можешь помочь, но не говори никому. Хотя я не верю, что ты никому не расскажешь. Don't tell anybody. Проболтаешься сразу же. Yeah, good. Из нашей группы никто не мог таскать, мне кажется. I don't know. Go look around. Let me know if you find anything weird. С чего, говорит, мне начать? Давай, Робин, действуй. Скрытый детектив. Что бы это значило? Фонарь? Нет, с Лили мы еще не договорили. Надо рассказать ей про убийство. Я пока что ничего не нашел. Well, there's nothing to find in here. Ask around. Jesus, investigate. Okay, да не психуй, не психуй. Все будет нормально. Ты вообще хочешь уехать отсюда? Do you ever want to leave here? I want to leave here when we have to, not because of some fantasy of somewhere better. So, you think the coast is a pipe dream? Don't you? We're going to live on the water because we assume they can't swim? We're alive because we've stayed here.
That's as far as the discussion needs to go. Мне кажется, у побережья будет лучше. Ладно, Лили, настало время. Мне нужно тебе кое-что сказать. Sure, go ahead. But if it's bad news, maybe save it. Нет, это не ждет. Я кое-кого убил, прежде чем все это произошло. Before all of this. Shit. What? Dad said there was something about you. So you know. I didn't know what to know. Well, it's true, and I'm sorry. He treated you like shit, knew who you were, and you tried to save his life. The last thing you need to do is apologize. Что ж, ты меня тоже поняла. You killed a guy. So what? I bet he was a dick. Well, it ruined my life. Good thing everyone else has got destroyed shortly thereafter, huh? Misery loves company. Отлично. Лили меня поддерживает. Ну, сразу же походка такая классная, довольная. Все? Ты больше ни о чем не хочешь с ней поговорить? Hey. Find anything? Ну, ты хочешь все-таки. Ты беспокоишься о моральном состоянии? Are you worried about morale at all? The darker things get, the more we have to worry about people giving up. Tell me about it. I know you won't. I'm worried, but what can we do? I don't know. I'll be back. Терминатор хренов. Что ж, будем расследовать и по дороге разговаривать со всеми, с кем еще не поговорили. Может быть, Клементина что-то видела? Не ты случайно сломала фонарь? You didn't accidentally break a flashlight, did you? No. Did Duck say I did? No. Did Duck break the flashlight? I don't think so. He's just always blaming me for stuff. Это потому, что он дурачок. Putting a bug on his pillow? Did you do that? Yes. I'll talk to you later, Clem. Okay. Со мной ты откровенно честная, да? Мне это нравится. Может быть, Карли что-то знает. Пойдем узнаем. Твоя новая подружка ли? Знаешь что-нибудь об этом фонаре? Do you know anything about this flashlight? It's broken. I know it's broken. And the batteries might be in backwards. Все шутки про батарейки? Everything should. What was the question? Did you break the flashlight? No. Okay. Я рассказал Клементине. I talked to Clementine about things. Ну и Лили тоже. I don't know. She's tough to read. She adores you. Don't worry. Да, я рассказал Лили. You were right. She and Larry spoke, obviously. She was all right, though. Well, you're about all she's got left. I'll talk to you later. I'll talk to you later. Ага. Ты тоже чухаешь, что она ко мне неровно дышит. Что ж, думаю, стоит рассказать вам, ребят. И поговорить о фонаре. Давайте сначала поговорим о фонаре. Hi, guys. Потом я расскажу вам. Ага, с вами по отдельности надо разговаривать. Давайте про фонарь. Do you guys know anything about this broken flashlight? Fuck. We don't got many of those. Yeah, it's a problem. The glass and the bulb are all busted out. I saw some broken glass over by the ice machine. I meant to clean it up before the kids hurt themselves on it. I forgot, though. Спасибо за подсказку. Что ж, ребята, мне надо вам кое-что сказать. Кенни, так как мы были с тобой друзьями, поговорим с тобой первым. Kenny, you got a second? I need to tell you something. Yeah? What do you got? Карли, следишь за мной? It's serious. Okay, should I sit down? Come on. Я убил кое-кого. Я не буду говорить, что меня везли в тюрьму. Это глупо. Потом объяснять. Лучше прямо сказать. Different than Larry or the St. John's. Different from everything. This was before the walkers. A citizen? Yes. I know. I didn't say anything when I met you because I was with the girl and, you know, I was worried. Look, we've all done gnarly shit now. But what? You were some kind of killer? It's not like that. Is Duck safe around you? Of course. Good. But you should know, if we gotta make numbers when it comes to a boat, this is gonna matter. Да брось, Кенни. Вы мои друзья. I appreciate it, though.
Даже если мы не ладим в последнее время, это не значит, что мы или я что-то плохое могу сделать вам. Катя, давай я тебе тоже скажу. Ты, наверное, воспримешь очень... Can I talk to you about something? Резко. Кто знает. Ты слишком мирная, простая. Ты далеко от этого всего. Далека. Ох. Не, ну тебе надо сказать, что меня везли в тюрьму. On my way to prison 3 months ago. You've always looked at me with kind eyes. I wonder if you could still do that if you knew I was a convicted felon. My goodness, for what? How much trouble can a teacher get into? Well, plenty. But it had nothing to do with that. It was for murder. Why? He and my wife, That's enough. Tell me what happened when you were locked in the fridge at the dairy. В каком холодильнике? А, ты о том, что было с Ларри? Блин, не знаю, я не могу тебе сказать. Катя, прости. Это дело Кенни и Лили. Если Кенни не посчитал тебе нужным сказать, то я не буду тебе говорить. It doesn't matter. Larry died. Did you kill him? Нет, нет, не я. He didn't tell you? Nobody tells me anything. How long has everybody else known about you? They haven't. Well, thanks. I'm not happy to hear it, but thanks. Ладно, ребята. Так, вам я сказал, Бен. Ну, я тебя не знаю. Тебе можно рассказать. Ничего страшного не произойдет. Фонарь сломан. The flashlight was broken. Was it you? No. You're not in trouble if it was. I know you get nervous and... Maybe you went out to go to the bathroom, broke it, got worried and tossed it. What's with the third degree? I didn't break any flashlight. Что-то ты нервничаешь. Стоит ли тебе говорить? Ну, так как ты в нашей группе теперь, хотя и в сторонке от всех, то тебе тоже стоит сказать. Surely, is it about my watch? I'm trying to do a good job. Не нервничай. You're doing fine. Я убийца. Нет, я направлялся в тюрьму. Я убийца, это как-то группа. On my way to prison before this. Whoa, seriously? What, were you in for? It's not important. Oh. Just, if you hear anything, it's probably true. And now you know. Что ж, ты не стал говорить, что ты убийца. I... Ben, relax. Okay. Ты теперь в глазах всех лютый чувак, походу. Что ж, пойдем посмотрим на место, где разбили фонарь. И поговорим с Карли напоследок. Будем дальше расследовать. Видимо, в этой серии мы и закончим на расследовании. Это фонарь. Опа. Вот это палево. There's something drawn there. Что-то мне подсказывает, что кто-то из наших договаривается с внешним миром о припасах. Если здесь нарисован крестик, то место встречи. Chalk. Pink. Hmm. Dark. A clue. Maybe. Улитка, блин. What do you think it is? I don't think it's anything. Maybe it's a sign. Значит, это кто-то из взрослых, точно. Ну, не из детей. It's pink chalk, which is weird. Не дети таскают шоколадки. Давай так. Ты можешь помочь. Надо у Клементины спросить, кто-нибудь брал у нее мелок. Definitely weird. Да, это странно. Но я уже начинаю догадываться. Теперь осталось найти крысу. Карли, я рассказал всем. Мне надо тебе это сказать. Я думаю. Ну и так. Я рассказал Кенни. Talked to Kenny about who I am. And? I don't know. Feels like I just gave him ammo. If we ever have to make any tough decisions when it comes to a headcount. Ah, well, don't worry. Так ладно. Я рассказал Кате. How'd she take it? She was fine, I guess. I think she's more upset about Kenny. Because of the St. John's? What exactly did he do back there? А ты не знаешь? You start now. Я рассказал Бену. Told Ben.
You told Ben? Funny you picked him. Low risk. I take it he didn't know what to do with the information. Not even a little. He's just happy I told him something. Так, ладно. Давай про мелок. Do you have any chalk I can borrow? What, Clementine holding out on you? So you don't have any? No, why would I? Значит, это не ты. Но я на тебя и не думал, Карли. Ты мой друг самый, не знаю, второй, по-моему, серии. Когда только познакомились. Спасла меня, потом я спас тебя. Потом ты опять спасла меня. Ну и начались советы с тобой. Так что я не думаю, что ты будешь подставлять. Тем более, ты сохранила мой секрет до конца. Так что, будем узнавать дальше. Клементин, ты не знаешь, кто брал? Мне это рисовать я не буду. О, Дак. Может быть, что-то полезное увидел? What is it? I found this piece of pink chalk and a scuff of it over by the gate. За воротами? Really? Totally. I was coming to see him for clues and... Yeah, Duck, I got it. Good job. Просто не стал его слушать. Чё тебе петь дать? О, ребёнок. Ну, на, держи. Cool. Ты только посмотри на его позу. Так. Точно, Дак, давай с тобой поговорим. Мы с тобой не говорили. Ты сломал фонарь? You didn't break the flashlight, did you, Duck? No, mom and dad won't let me touch any of their stuff. Lily neither. That's Хорошо. Probably for the best. Больше ничего не находил? Have you found anything else? Just the chalk. I also found some bugs underneath the stairs. Don't tell Clementine. Okay, I won't. А я скажу, если это можно. Так, ты вроде что-то знаешь. Это про убийство? Давай проверим, там вроде есть вариант отказаться. You seem to know a bit about all of this. The chalk? А ты, Амели. You found the scuff here? This is gonna sound crazy, but you're not involved, are you? No, I'm a good guy. Ты за добрых? Stay inside the gate. Хорошо. I will, I will. Так. Смотрите здесь. Мелок. More chalk. Почему он тут рассыпан? Somebody was over here too. See, I did good, huh? Yeah, да, Дак. Тут ты молодец. I suppose I should go out there and look around. You stay here this time. Seriously. Okay. Так, подожди насчет вылазить. Я быстро осмотрюсь в лагере, может быть, с кем-то можно поговорить, а потом уже начну действовать. Так, у нас есть разговор с Лили. Chalk marking on the wall on the side of the motel and matching scuff on the other side, leading out of the gate. Someone is working with those fuckers. I know it. Ты про бандитов? Whoever it is went out to do something, but we come and go all the time. I don't want to create more paranoia. Go outside and look. You have to. Okay. Что ж, так и сделаю. Давай, Терминатор, в атаку. Ну что, время выйти наружу, посмотреть, что у нас есть. Что ты здесь хочешь найти? Those bandits gave us hell, but they've been quiet for days now. Так. Видимо, мне на ту сторону, где нарисовано. Так, а это что у нас? There's a grate down there. Там, по-моему, что-то есть. Опа. А вот это палево. Вот это явное нарушение. It's a bag or something. Да я вижу, что там какой-то пакет. Вот это поворот. Значит, кто-то из нас точно крысит. Что ж, надо рассказать об этом всем. Лили. You haven't come up with anything, have you? I came up with this. It's got a bunch of meds in it. It was in a grate on the outside wall. And there's a sign on the other one. Holy fuck. Yeah. Okay, we line everybody up. Everybody. Somebody is killing us.
Stealing from that supply is the same as slipping into your room at night and cutting your throat while you sleep. Ну, не так грубо, но да, ты права. What is the difference? What if Clementine gets sick and we don't have Нам надо узнать, кто это. What the hell? Что там? You don't fucking steal from us! Who the fuck is that? We've got our people out there! Out here. We ain't fucking around! What do we do? Опа. Oh, shit! Вы там не обижаете наших? Подожди, подожди, подожди. Ты что? С ума сошла? Кто? Мы ничего не крали у вас. Блин. Ребята. Какие вы крутые, а? Так. А, зачем вы это делаете, а? Just leave us the fuck alone. Мы что, вас трогали? This fucking guy. Why? Because we gotta. That's why. Провоцировать я их не буду. Как мы можем договориться? What will it take to reach a deal? About twice as much as you've been giving us. В смысле, давали? Is that so? Well, I suppose we ought to hash out some terms then. I don't like no hash. And shut up, bro. Воу. Oh, shit. Блин, Лили, ты как обычно. Вот, молодец. Воу, Карли, беги. Стреляй. Успел? Воу, сколько ж вас там? Воу, ребята, валим. Воу, тихо. Вот теперь надо валить, это точно. Здесь вариантов других нет. Так, кто там, где выстрелить? А других нету кнопок? Есть один. Блин, не успел. На кнопку А очень неудобно стрелять. Блин, Карли молодец, она спасла нас. Очень хорошо. О, детишки, вас надо спасать. Давай быстрее. Почему только я прикрываю? О, тут еще и ходячие, охренеть. Давайте, ребят. Надо действовать быстрее. Есть, успел. Блин, бегун хренов. Давай, ошибка. Молодец. Успел. Давайте, давайте, ребята, быстрее. Давайте. О, Катя. Давай, Ли, быстрее. Есть, успел. Не укусили? Разберемся потом. Давайте быстрее, ребят. Lily, get in the RV. Screw her. Let her stay. Ты что, придурок, что ли? Shit. Мы Лили не оставим. Кенни, ты мундак. Да стреляй ты уже. Давай. О, сколько у вас тут? Да им, по-моему, похеру, когда им в тулово стреляешь. Кенни, в смысле оставить ее, придурок? Лили, давай быстрее. Не настрелялась еще. Молодец, все. Я спокоен. Ну а теперь валим. Кэт, Jesus, are you okay? I'm fine. I'm fine. Oh shit. Oh shit. Oh shit. Тихо ты, успокойся. I'm sorry. Everything's fine. Блин, Кенни, это было тупо. We need to figure out how this happened. We just lost everything. Well, we're lucky as shit to have this RV. And nobody died. Cat's head is split open. I'm fine. Somebody in here caused this. Settle down back there. Где-то крыса. Bandits have had our number for weeks. This is different. Somebody was working. Whoever it was slipping them our meds. They didn't get their last package, so they attacked. Calm down back there. That's nuts. Нет, Кенни, это правда. Supplies hidden outside the wall. Катю с Даком там не укусили, точно? Карли, is there something you want to say? Да, Карли не могла это сделать. We have to get it out of you then. Back off. Лили, успокойся. You're in no position to make demands. Whoa, whoa, whoa! You're just pointing fingers. Карли заслуживает доверия. Успокойся. It's not a traitor, Lily. Thank you, Lee. She can fight her own battles. Unless there's something going on here that implicates Lily, не тупи, а? Я тебе помогал. Like, look,
Maybe we should vote or something like that. В смысле проголосуем? What? Just look. Carly's a stand-up gal and прекрати гадать, Лили. Let me stop waving the finger at everybody. We know something's going on and we can get to the bottom of it if we keep our heads. I know what we found. Лили, успокойся. Nobody was stealing anything. Was it both of you? What? I've seen you two together. Was it both of you? Look, just let me out. I didn't do it, but I don't like this. I don't like where it's headed. Look me in the eyes and tell me you didn't have anything Пацана to do with можешь прессовать. Lily, lay off of him. I... Shit. What's going on up there? Ты что, не видел ходячего? We gotta stop. All right, well, еще и становиться надо. This now, then. Ты не мог его объехать, Кенни? Kenny. Ты вообще чудной какой-то стал. Should be. Everybody out. Lily. Out. Лили. Давай, не глупи. Только не глупи, ладно? Я не знаю насчет этого пацана, не знаю насчет Кенни. Катя навряд ли это делала. Пацаны Кенни, кто еще остается? Больше никого. Kenny, the RV has some surface damage, but there's a walker trapped underneath. Ну, надо его вытянуть, наверное. Я так думаю. Everyone, keep your eyes peeled. You know what? We shouldn't just kick you out. We should hear what everybody thinks. I think you should chill out. I'm not gonna take this. You can push Ben around, but you can't push me around. I'm really sorry. Не знаю, я не буду делать это. Maybe it was both of you. I'm not doing this. Come on, Lee. You're the one who found them. You can't just abstain. Fuck all that. This is nuts. We're out here on the side of the road. Okay, fine then. Kenny? I don't know. Fuck. Just stop, would you? Well, your vote counts for you and Katja. We don't need all these votes. What do I have to do for you to trust me? I'll do anything. I'll do watches for months. Перестань паниковать. Stop panicking. Seriously, Ben. You need to stop and just take a breath. Do we need any more evidence than this? Fuck evidence! Stop treating him like this! Shut up, Carly! Ugh, I've heard enough out of you! Kenny, what's it gonna be? Just give me a damn minute! Ben, you have until that walker is dealt with to tell me it was her and not you! Stop this! You're torturing him! No! Ben, stop! This is about trust, and I've never trusted you! Lily, lay off. I can't, Lee. You know I can't. Thank you, Lee. Please, listen to him. Please don't kick me out of the group. We won't. Tell me. Now. Не надо выгонять никого. I got him. Please, let's just get back That's in the That's not RV. Happening. You think you're some tough bitch, don't you? Like nothing can hurt you. But you're just a scared little girl. Get the fuck over it. Take a page from Lee's book and try helping somebody for once. Угомонитесь. Now. What the fuck's the problem? Воу. Лили, твою мать. Ты чё, больная, что ли? Drop it. Вот ты дура, а. Oh, fuck. Kenny, what's happening? You duck away from the windows. Jesus Christ. Лили. We're leaving this crazy bitch. She couldn't be trusted, Lee. I swear. Ты не пойдешь с нами, Лили. Ты вообще в край охренела. I don't care. You're a murderer, Lily. We can't have you with us. Murderer? Lee's killed before and I forgave him. You've killed before and I'll forgive you. В смысле простила? Ты убила Карли, просто взяла и убила. I was trying to protect all of us. I don't have anything left. Get in, Lee. Let's go, you guys. Капец. Взяла просто и убила Карли. Просто из ничего. Ты хочешь, чтобы мы взяли тебя с собой? Вот ты дура, а. Лили, блин, мы с тобой нормально начали общаться, а ты взяла и убила ее просто. Капец. У меня нет слов.
Lee, a word, please. Ладно, ребят, я думаю, на этом закончить. Слишком уж драматичная концовка этой серии. Спасибо, что смотрели. Подписывайтесь на мой канал, чтобы не пропустить следующую серию. Да подожди, Катя, я разговариваю со зрителем. Думаю, дальше будет еще более драматично. Что ж, всем пока.